и даже расстаются, каются и молятся, в сотый раз клянутся, что хочется на волю им, но там и расстаются. Ищу, только ветер стих, тебе я полечу. Надели эти лосины, там и че у нас здорово? Группа Чаев, Сплин, ну, животы, как минимум. В общем, там группа Чаев, Сплин, Коля Фоменко, все. И, значит, и эти... Кому не доставало, напихали
Нет, и туда, да, туда, значит, засунули эти полотенца такими буграми. И когда машина времени, когда играла, то мы сзади вышли них и начали потанцовку. А народ упал уже, а они играют, они же не видят, что мы их за спиной. Они вообще не понимают, что... То есть это тогда уже над Макаревичем начал глумиться, да? Ну, в общем, я все жду, когда кто-то все равно ну, должен же был кто-то. Уже видеокамеры были, то есть, знаете, люди еще не горят. Есть, да? Ну, почему этого такой прелести нет в сети? Мы порвем всех. Кучами лайков. Хорошо. Нет, ну, мне кажется, да. Это будет здоровая альтернатива раздетой этой прежней. Тут ты каждый день... Я думаю, что же, что-то подкладывать? Закрываем тему. Никому нельзя верить. В общем, всем нашим прекрасным воспоминаниям в городе Воронеже. Что-то мне как-то не так. Наверное, пришел февраль. О том, что ветры дуют в феврале, мне когда-то сказал букварь. Как это было давно, сколько с тех пор нагрешено, сколько светлых идей заживо покремено. Давай вернемся в прокуренной кухне. Осталось вино. Эй, Воронеж, давай вернемся в прокуренной кухне. Осталось вино. Но что-то держит нас на морозе. Ветер пробирает нас сквозь. Да сколько же можно петь песен про ветер? И я пел про это всерьез. Как это было давно, сколько с тех пор напишено, сколько светлых идей заживо покреплено. Вернемся в ракуйной кухне, осталось вино. Слушай, давай вернемся в ракуйной кухне, осталось вино. Yeah.
тебе. Да нет, тут нормально. Давай, вот это. Давай, мужчина, мужчина, покиньте, пожалуйста. Я, честно, слово не видел такого, чтобы у нас дрались на концерте. А нормально ты ему навалял? Можно в теннис играть без мячей, в каждом теле можно найти изъян. Понятно, зачем поет соловей, понятно, зачем рука держаться корней, совсем непонятно, зачем бобру барабан. Плыл по пруду барабан, плыл барабан, бобром замечен. Жизнь бобра менять пора, решила в этот вечер. Незаметной тихой тенью
Чей-чей-горячей.
зажата в кулак. В кулаке телефонный звонок. В ее доме вечный бардак. В ее комнате на стенах петли. Его номер как тот от замка. В трубке застыли слова. Тебя,
прочим, ну а прочим, следующей ночью, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Тебе 17, тебе опять 17 лет. Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу нет. Твой портрет, твои дети, я расскажу им о том. Дети вашей маме, сама 18, вы просто поверите, а пойдете на том. Он привык к темноте, не включая свет. Бесшумной походкой войдет в эту дверь. Ищет здесь то, чего уже нет. Он ищет здесь свой вчерашний день. Он берет в руки медный крест и говорит мне один. Но мы будем нелепы с этим крестом. Я говорю ему мирно, оставь его на потом. Он хочет увидеть в наших глазах ту весну. Он хочет увидеть любовь и одну. И корень один. Но у нас другой ритм, и мы поем другой гимн. Наш гимн жестче, но быть может светлей. Не гони нас, дядя, из подъезда. Мы не будем больше громко петь. Мы не будем больше пить, материться и курить. Ну а если вдруг захочешь сам, лучше нас не приглашать. Мы прощаемся сегодня с ним. Шалей-малей, до свидания, милый друг. Шалей-малей, ты уходишь как-то вдруг. Шалей-малей, ты уходишь, не простившись. Ты уходишь, не обозначай нам до свидания, милый друг. Шалей-малей, до свидания, милый друг.
первый торгой. Я видел, как умирал надежда и майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь под мои барабан? Зачем ты танцуешь под мои барабан? Зачем ты поешь мою песню, в ней так больно? Какая боль, какая боль, Аргентина и Майка, как боль. Какая боль, какая боль, Аргентина и Майка, скольжи в зале. Национальных цветов группы «Чай». Это приятно, да. Артем, это наш как радуется, тот, который там в фойе себе на ужин зарабатывает, продает все это. Он-то вообще Воронеж любит. Говорю, я люблю Воронеж, я всегда мне... Сегодня будет наказан. Питер выиграл, он наказан. Да, он у нас питерский, поэтому мы... А мы что-то за наших, за уральских, за... Это мы теперь про хоккей уже, за «Магнит» уже. Значит, ну, я что хочу сказать, что в этом Артемке... Болотного. Болотный. Болотный в смысле у нас болото из Питера. Так вот. У этого Артемки есть два диска, которые мы специально для этого тура подготовили. Один — это «Теория струн». Это мы в прошлом году записали, как нам кажется, очень хорошую, милую работу с небольшим таким камерным скрипичным оркестром. И это такое очень тоже вот примитивно, не пафосно, с большим оркестром, с дудками, с литаврами, а вот прямо девочки там на скрипочках, на виолончелях, красота. Вот. А вторая пластинка — это «Вместе теплее». Это, в принципе, там программа, которую мы сегодня играли. И, ну, вот мы обычно идем, но ребенка я отказать не могу. Да? Ну, есть такой оранжевый. А Маркин-то есть у тебя? Это подарок, подарок! 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 Артем, вы-то пожалеете. У него даже права гниет. Хорошо. Так. Прекрасный подарок. Прекрасный. Ладно, значит, раз уж сказали «А», надо говорить «Б». Старинная студенческая песня. Порадуем детей, сидящих в зале.
аплодировать за шум рукотворные фонарики в честь всей команде воронежцев, которые придумали, организовали и уже в который раз провели концерт группы «Чаев» здесь, в вашем городе. Вот такие фонарики! Конечно же, мы зажжем фонарики в честь всех тех, кто на сегодняшнем концерте работал. Это огромное количество людей, кто встречал вас при входе, в гардеробах, буфетах, охранах, всем, кто делает звук, свет, видео, там постановочную часть. В общем, всем, кто работает на сегодняшнем концерте, фонарики всем администраторам! Сейчас мы зажжем фонарики в честь тех жителей города Воронежа, которые сегодня вечером в субботу не сидят дома на телевизоре, не смотрят фигню всякую по телевизору, не сидят в барах, пиво там не бухают, а здесь, в этом зале, вместе с нами проводят этот вечер! А сейчас будем манить весну, Будем делать волшебные пассы, чтобы ее окончательно заманить. В курсе, не сдавай раньше времени. Значит, смотрите, кто бывал на концерте, те знают, кто в первый раз. Значит, смотрите, мы поднимаем руки вверх, делаем одну репетицию. Смотрим на меня, на счет три начинаем двигать вот в ту сторону. Хорошо. Раз, два, раз, два, три. Так, неплохо. Репетиция окончена. Ну что, жители сказочного королевства, маним весну. Все то же самое, только добавляем наше воронежское йо-хо-хо. Раз, два, раз, два, три. Йо-хо-хо. Йо-хо-хо.